Жители Ленинского городского округа приглашают получить плановую медицинскую помощь эндокринолога. Врачи напоминают, что бесплатно обследоваться у специалиста могут не только пациенты с профильными диагнозами, но и те, кого беспокоит состояние здоровья. Направление к эндокринологу можно получить на приеме у терапевта. Пациенты могут обратиться с заболеваниями сахарный диабет 1-2 типа, гестационный сахарный диабет, заболевания щитовидной, паращитовидных желез, остеопороз, ожирение, заболевания надпочечников и гипофиза. Жители нашего района могут также получить консультативную помощь и в федеральных научных центрах. Проводятся все виды диагностических исследований, КТ, МРТ-исследований, лабораторная диагностика, УЗИ щитовидной железы. Кроме того, жителей округа приглашают присоединиться к школе диабета. Пациентам, у которых диагностировано заболевание, подробно расскажут о возможных осложнениях и о том, как их избежать. Кроме того, врачи научат правильно подбирать дозы инсулина и пользоваться современными медицинскими гаджетами, чтобы пациент мог жить полноценной жизнью. Чтобы стать участником этого образовательного проекта, следует обратиться в Видновскую поликлинику.